домашняя песочница или сенсорная коробка, универсальная развивающая игрушка. Чтобы смастерить такую, нам понадобится любая емкость. Это может быть и деревянная коробка, и пластиковый контейнер, или даже надувной бассейн. В нашем случае картонная коробка. Также пригодится песок, мусорный пакет, любые растения и фигурки животных. А еще в ход пойдут бусины, клей, спички, шпажки и ножницы. Все, можем приступать. Итак, начинаем. В нашей сенсорной коробке будет грунт, и мы засыпаем дно коробки чистым песком. Решили в нее насыпать на этот раз песок, но вы можете использовать гречку, в общем, любую крупу, фасоль. Определяемся с тематикой сенсорной коробки. Это может быть дремучий лес или же полянка цветов. Запомните одно правило. При создании сенсорной коробки нет плохих идей. Неправильного построения коробки тоже не существует. Поэтому включите свою фантазию и начинайте творить вместе с вашим малышом. В нашей сенсорной коробке будет озеро. Для этого выкапываем небольшую ямку и закрываем ее небольшим кусочком мусорного пакета. Края пакета присыпаем песком, придаем водоему округлую форму. Чтобы малыш не скучал, можно предложить ему поиграть. Пусть ребенок вспомнит все предметы круглой формы. Если вы хотите затронуть тему географии, объяснить ребенку достопримечательности, можете использовать маленькие фигуры разных видов. Ну а сейчас начинаем украшать наше озеро и полянку вокруг. Для этого в озеро насыпаем прозрачные камушки, чтобы дно озера было похоже на настоящее. Эти цветы дети заранее собрали на прогулке, а теперь сажают в грунт и заодно запоминают их название. Если живых растений не оказалось, можно обойтись цветами, вырезанными из картона или бумаги. Держи. Вот они. Вот это? Может, посадить его рядышком с цветочком? Не умею. Где же цветочек? Хотите, сделаем папоротник для нашего водоема? Что такое папоротник? То, что растет рядышком с озером. Нам для этого понадобится обычная трава. Пучок травы у корней можно зафиксировать нитками или пластилином. Ну и, конечно, раскладываем заготовленные фигурки животных. Каждого зверька называем и спрашиваем у ребенка, где он живет и чем питается. Я ставлю вот мартышку вот сюда, потому что... Тут осталось место, а больше нету зверя. Не забываем о главной части нашей коробочки. В озере должна быть вода. Пока вы разложили тут животных, я успел сбегать за водичкой для нашего водоема. Давайте нальем. Зачем? Чтобы было все по-настоящему. Достаточно водички? Да. Оставим так? Угу. Все, убираем. С помощью спичек делаем вокруг озера заборчик. Мы сейчас строим забор вокруг озера, чтобы никто туда не кидал мусор. Ну а чтобы ухаживать за нашим местечком, соорудим грабли. Для этого понадобится две шпажки. Одна для ручки, а вторую разделим на четыре части. Это и будет сам инструмент. Закрепим это все термоклеем. Вот и все. Теперь наша полянка будет ухоженной всегда. Они сначала пьют, потом делают фонтан. Поднимают свой хобот и делают фонтан. Научите ребенка играть с сенсорной коробкой, разыграйте мини-сценки. Когда ребенок освоится, он начнет играть сам, без вашей помощи. Когда озеро надоест, поменяйте содержимое.